привет! Если у вас на дачном участке имеется совсем небольшой уголок, и вы хотите его сделать уютным и практичным, давайте сегодня вместе с нами попробуем это сделать с помощью нашего ассортимента. Давайте посмотрим, что мы использовали для создания такого дачного уголка. Например, если вы работали в огороде и у вас грязная обувь, вы можете разместить вот такие декротуары. Также мы разместили здесь садовую колонку. Она функциональная, то есть здесь, вы как видите, имеется держатель для хранения поливочного шланга и кран, где вы можете мыть руки. Либо подключать сам шланг и поливать огород. Перемещаемся в нашу мангальную зону. Как видите, здесь у нас мангал, он с крышей, на случай осадков. Также вы можете выбрать любой мангал на нашем сайте. Например, даже есть аналогичная модель без крыши. Рядышком мы установили вот такой щепокол и дровокол. Он облегчает работу на колке дров. То есть вы устанавливаете сюда полено. И используете уже мелкую щепу для розжига. Мангальные ящики у нас съемные. Здесь имеется также полка для хранения посуды. Уточним, что мангал у нас разборный, его легко убрать и использовать в следующем сезоне. Здесь у нас располагается наша скамейка для отдыха. Рядом мы расположили вот такую декоративную дровницу для хранения поленьев. Ну а здесь у нас настенодержатель для хранения тех же поливочных шлангов. Давайте рассмотрим декор поближе. Как вы заметили, есть схожие элементы. Кованый орнамент мы можем сделать в едином стиле с вашим дачным участком. Весь кованый орнамент мы можем сделать в едином стиле. Давайте посмотрим, например, кованая скамейка и мангал. Или дровница и кованый стикер. Если вам понравилась идея обустройства такого дачного уютного уголка, заходите на наш сайт, знакомьтесь с новинками и не забывайте подписываться на наш канал на YouTube.